Вот доброе да. утро, друзья. Наш прямой эфир продолжается. И вот о том, что же такое дельфийские игры, как они связаны с музыкальными инструментами, мы узнаем прямо сейчас у наших гостей. Итак, у нас на диванчиках с утра пораньше Кристина Курвиц и Никита Назаров, студенты Уральского музыкального колледжа и участники дельфийских игр. Доброе утро. Доброе утро, доброе. Ребят. Ну вот я с дельфийскими играми несколько знакома, когда я еще сама была студенткой, лет... Ой-ой-ой. Сколько-то там назад, да, даже, по-моему, принимала участие или что-то такое, был у меня фрагмент. Но немногие знают, что такое дельфийские игры, они уже продолжаются не первые, по-моему, не первую даже неделю в Екатеринбурге. Расскажите, что это такое и как этот процесс связан с музыкальными инструментами? В дельфийских играх у нас очень много номинаций в плане инструментов. Это скрипка, саксофон, еще есть фортепиано. Также там есть разные номинации, вплоть до каких-то цирковых. Ну, то есть это такой, грубо говоря, фестиваль молодежи, большой конкурс, в котором все участвуют в номинациях, связанных с культурой, с искусством. Да, да. То есть это и музыкальные инструменты, и театр, и диджей, мы знаем, и граффити, фотография, все-все-все-все. Да. Вы, естественно, выступаете в номинациях музыкальные инструменты. Ну, вот для того, чтобы попасть на дельфийские игры, вам нужно было пройти региональный этап. Все верно? Да. Расскажи, как вы прошли это испытание, что было, что нужно было сделать на региональном этапе? Школа устроила нас как отборочный тур, было жюри, в принципе, все прошло хорошо. Все прошло удачно. Вы рады этому процессу? Вы просто такие напряженные сидите, что прям так-так-так, не перепутать ничего. Итак, чтобы нашим телезрителям тоже понять, были региональные этапы по всей стране, и вот сейчас уже дельфийские игры России проходят именно у нас здесь, в Екатеринбурге. Правильно? Да. Вот. Ну вот от Свердловской области в играх принимают участие порядка 400 человек, среди них 22 студента Уральского музыкального колледжа и 5 его выпускников, вот двое у нас здесь сегодня в студии. Сколько шла подготовка к играм? Вы, кстати, в первый раз участвуете в дельфийских играх? Нет, я второй раз буду участвовать. А, я первый. Просто первый раз был, ну так скажем, не очень удачный. Почему? То, что я хотела добиться. Но вот. Прошли на Россию? Да. То есть региональный этап? Да, регионально прошла. Выиграли? Прошли, да. А кто для вас является фаворитом, естественно, уже не в играх, а в принципе вот так вот в вашем музыкальном творчестве? Фанат кого вы? Дима Билана сейчас скажет. У меня француз, саксофонист, преподаватель французской консерватории, парижской. Клод Делян был саксофонист, очень известный. Очень уже узкая тема, в которой мы наверняка не разбираемся, и мы не знаем. Но наверняка он мэтр. А у вас? Я не знаю. Слушаю огромное количество записей и как-то от каждого выбираю что-то для себя, знакомое, и как бы принимаю что-то. Вот. То нет какого-то одного очень сложно выделить, потому что у каждого свои качества, свои какие-то... Ну вот мы знаем, что Кристина участвует в номинации «Скрипка. Сольная программа». Да. А что вы исполните для судей? О, на самом деле у нас большая программа, аж в 3 тура, включая Баха, Паганини, каприз и разнообразные пьесы от Сен-Санса до Бетховена. Вот, и 3-й тур — это крупная форма, это у меня будет концерт Сибелиуса, первая часть. Вот, и надеюсь, что получится исполнить его с симфоническим оркестром. Почему никто не играет Дима Билана, я не знаю, там Сережа Лазарева, Филиппа Киркорова, в конце концов. А почему Филипп Киркоров на скрипке не играет? Ты не задаешь вопрос? Итак, прежде чем вы нам что-нибудь сыграете, хотелось узнать, если вы выигрываете уже здесь, в Екатеринбурге, российский этап, есть же следующая ступень — международные дельфийские игры? Или я вас в тупик поставил вопрос? Нет, есть... Дельфийские игры стран СНГ, но это как бы это отдельный конкурс, потому что для России вот был региональный этап, чтобы пройти на основной конкурс. И сейчас мы будем участвовать уже... То есть это для вас это как бы финал? Да, да. Еще раз для всех телезрителей, кто, может быть, не в курсе, что дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства. Дельфийские игры проходят по 47 народным, классическим и современным номинациям. Кроме музыки представлены пение, танцы, театр, цирк, диджейн, фотография, журналисты, которые у нас здесь на ОТВ, даже, я помню, стажировались. Парикмахерское искусство есть. Очень много вариантов. Я правильно понимаю, что прийти можно посмотреть, на вас поболеть, всем желающим? Да, конечно. Не только вашим родным и близким,
Да, одноклассникам и учителям. Ну вот, чтобы поддержать ребят, узнать, что же будет происходить на Дельфийских играх в Екатеринбурге, я предлагаю послушать Кристину, которая готова нам что-то сыграть. Да, готова, Кристина? Конечно. Тогда слушаем. Свердловской области стать лидерами Дельфийских игр мы узнаем уже на этой неделе, ведь с завтрашнего дня, с 18 апреля по 23 в Екатеринбурге проходят 16-е молодежные Дельфийские игры России. Кристина Курвиц и Никита Назаров, студенты Уральского музыкального колледжа и участники этих Дельфийских игр. Вам огромной удачи, мы за вас будем обязательно болеть. Ну а эфир наш продолжится зарядкой от бойцов ММА.